Всем здравствуйте! Борис Грачевский покинул мир 14 января на 72-м году жизни. Причиной стали осложнения, возникшие на фоне коронавирусной инфекции. Когда родные режиссера немного пришли в себя после трагедии, стал решаться вопрос наследства. Тогда и выяснилось, что главный актив звезды, компания «Ералаш», принадлежал вовсе не ему, а его партнеру Аркадию Григоряну. Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская провела экспертизу, которая показала, что подпись ее покойного мужа, стоящая на договоре, была подделана. После этого актриса обратилась в суд. Сегодня стало известно, что первую битву за детище Грачевского его супруга проиграла. Екатерина требовала наложить обеспечительные меры, чтобы Григорян не смог продать или переоформить свою долю «Ералаш», однако суд ей отказал. Стоит отметить, что Белоцерковская спокойно относится к разделу имущества между пятью наследниками, ей, ее сыном Филиппом и тремя детьми Грачевского от других браков. Но отдавать дело жизни супруга постороннему человеку не желает. Меня интересует только вопрос поддельной подписи. И разобраться я хочу только в этом. Моим «Ералаш» никогда не будет, потому что существует пятеро наследников, поделилась она. По мнению адвоката Екатерины Евгения Бронецкого, неразбериха с киножурналом произошла из-за слияния двух фирм с похожими названиями «Ералаш», где Грачевскому принадлежало 100% компании, и «Ералаш Лэнд», где у Григоряна была доля 99,97%. «Мы хотим доказать, что Борис Юрьевич не давал разрешения на перераспределение долей. После слияния, о котором, как мы полагаем, Борис Юрьевич даже не подозревал, Григорян получил контрольную долю. Теперь он владеет контрольной долей и может проводить любые сделки единолично. По факту он владеет всем бизнесом», — пояснил юрист. Сейчас защита Белоцерковской пытается оспорить сделку и вернуть киножурнал законным наследникам. Слушание по делу должно состояться 3 августа. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.